канадский певец и композитор Леонард Коэн получил премию «Принца Астурийского». Удивительно то, что Коэна наградили не за музыку, а за стихи. Премия учреждена в 1981 году и присуждается за достижения в искусстве, общественных науках, международном сотрудничестве, спорте и литературе. Лауреатом именно последней номинации стал популярный музыкант. Вариации на тему Леонарда Коэна исполнит наш корреспондент Константин Мацан. Музыка или слова? На первом месте в песне, конечно же, слова. Решили в маленькой провинции Астурия на севере Испании и вручили премию Леонарду Коэну за его стихи и тексты к песням. Он получил 50 тысяч евро. Впрочем, по официальному заявлению организаторов премии, в его музыке, музыка и текст гармонично сочетаются, но все-таки премия именно литературная. Кстати, Коэн и номинировался и в музыкальной номинации, в номинации искусства, но получил премию именно за слова. Он начал писать стихи, как оказалось, задолго до начала своей музыкальной карьеры. В его сборнике носят такие очень провокативные, необычные, странные названия. Например, «Коробка пряностей земли» или «Прекрасные странноватые неудачники», а вот совсем провокационные «Цветы для Гитлера». Все это, кстати, на русском языке можно почитать. Есть у Коэна еще и проза, но все-таки премия получена именно за стихотворные произведения. И, как это сказано в официальном релизе, они затрагивают фундаментальные вопросы человеческого существования. Ну и понятно, как может быть неглубокая песня с таким названием, как, например, «Аллилуйя», что переводится как «Слава Богу». It goes like this, the fourth, the fifth, the minor form, the major lives, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah.